Всем привет! Это новое подземелье. Вот мы появились около ТПшки. Какие минусы? Ну, когда появляешься после смерти, здесь же ПКшки тебя сразу выбивают. Во-первых, нет неуязвимости после воскрешения. Во-вторых, здесь ходят 102-е левелы, которые уже вот недавно апнули, и нагибает все живое. Ну, вроде с этим все. Что еще? Насчет защиты мобов. 3,5 куска защиты хватает для того, чтобы здесь стоять. Желательно 4,5-5 кусков для того, чтобы стоять в огромных пачках. Потому что здесь есть места, где мобов очень-очень много. Что еще? Мобы здесь от 100 уровня. На данный момент сейчас здесь баг, и сюда можно призывать персонажей меньшего уровня по книге. Здесь качаются, также качают закораты. Ну а персонажи получают опыт. Здесь очень много дается опыта. Под обычным цветком соло, если убив моба, то дается по 700 кусков опыта. Ну, в патьке дают по 400 кусков. Ну, сейчас, в общем-то, мы и проверим. Да, кстати, подземелье называется Мастерская нежити. Некроманта. Какие есть еще плюсы? Здесь есть место, где можно мобов убивать с бочки. Они, мобы не могут тебя никак образом атаковать, а ты их спокойно можешь сливать. Сейчас я продемонстрирую это. Также работают все скиллы. Сейчас покажу место, где находится много мобов. Но в данной комнате здесь тоже много мобов, но их поубивали. А вот, кстати, один из боссов этого подземелья. Что с них падает? С них падают ключи для того, чтобы пройти подземку. Части ключа. Вот мы видим, что здесь куча мобов.
Можно зажаться и спокойно бить подпалом. Ну, в общем-то, на этом обзор наш заканчивается. Остальное будем обсуждать в комментариях.